Друзья, всем привет! Коротко покажу халтурную работку. Телевизор. Надо было сделать замену телевизора. Я его отдельно прокрасил, окрасил в снятом состоянии, приварил, к сожалению, точной сварки контактной у меня нету профессиональной, приварил полуавтоматом по точкам. Точки зачистил, чуть прошпатлевал, чтобы все было ровно, вывел их, зачистил, разметил, где у меня должны быть заводские сварочные точки, и сейчас мы будем их рисовать. Способов существует много, но самый правдоподобный, который повторяет вот такую форму и на ощупь, и на все остальное, фактически один в один, ну, пока что подобрали такой. Рисовать на грунте оно все не похоже. Сверло для высверливания, восьмерка. Ставлю в разметочную свою. И просверливаю почти на половину толщины металла. Очень важно, сверлю не там, где приваривал. Иначе мы будем высверливать, и телевизор может оторваться. То есть я специально размечал приварки так, чтобы когда буду высверливать точки, они не попали мне. Сверло заводское, не сам точил, не хочу этим заниматься. Но это еще не все. Сейчас дальше повысверливаем, покажу, что с ними еще надо сделать, чтобы они были похожими. Теперь, что дальше делаем? Берем что-нибудь некрупное, там 240, 320. И аккуратненько вдоль краев, особенно там, где шпатлевка, типа срабатываем, закругляем. Понятно, что там, где металл, оно хорошо не счистится нормально. Ну, хотя бы никаких заусенцев острых не будет. Сейчас будет понятно, зачем это. Продуваем, обезжириваем. И доделывать будем. Далее берем однокомпонентную шпатлевку. Резиновые перчатки. И делаем вот так. Потом, после высыхания. Тут надо еще так попасть, чтобы оно красиво все выглядело. После высыхания мы подтираем внешку на каком-нибудь таком полужестком брусочке. Что ж у меня тут не получается. И эти точки, поскольку однокомпонентная шпатлевка, она в такие глубокие ямы очень хорошо усадку дает, она сядет под воздействиями раствора и нарисует аккуратный нам контур, который будет очень хорошо походить на сварочную точку. Можно рисовать на грунте. Да, оно где-то там что-то похоже. Там сигаретой, болтом, кто чем рисует. Ну, мне такой способ кажется более подходящим, хоть и более сложным. Теперь той же 320-очкой. Задача какая у нас? Выдолбить все, что мы там. Я прямо без бруска так, вручную. Я уже тут начал чуть подтирать, забыл включить. Что мы будем получать на выходе? То есть вытираем до состояния, пока у нас края металла не показываются. Что мы получаем? Красивую такую форменную точечку. Очень похожую на эту. Тут, если внимательно глянуть, это кривенькая, это косенькая, это под углом как-то сделано. Тут поширше заводские, нежели вот эти. То есть у меня четко под заводские. А это уже рем-часть. Что-то меньше точки, не знаю, с чем связан. Ну, как есть. Такая вот штуковина. Далее, что нужно сделать? Это все подгрунтовать наполнителем тоненько-тоненько. Перетереть и можно окрашивать. Сейчас не будем, как бы не буду затягивать видео, потому что тут может работа растянуться на очень долго, как оно будет выглядеть. Выкину пару фоток в инсту потом, этой всей работы. Там можно будет посмотреть. Ссылка на инсту внизу в описании. Всем пока.